Что сказать? Что все говорят? Ну, не знаю, пожелай чего-нибудь студентам факультета. По слову каждый скажет и все. Поэтому желаю вам в этом наступающем году не только крепкого, можно сказать, лошадиного здоровья. Всем привет! Мы хотим поздравить биофак с Новым годом. Желаем ему процветающих студент. Будет все. Это будет все. Пусть будет все на отлично. Желаем счастья, здоровья. Пусть будет все на отлично. Все, давайте, 3-4. Сердечно хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Упорство, настойчивость, энергии в освоении тех знаний, которые мы стараемся вам дать. Можно просто сказать биофак? Я снимаю. Блин. Вася, наткнись, я ж так не могу сказать, правильно? Дорогие коллеги, с удовольствием поздравляю вас с наступающим новым 1914 годом. Хочу вам пожелать, чтобы вы не только общались друг с другом ВКонтакте, но также и уделяли побольше внимания непосредственному участию в разных мероприятиях на факультете. Поздравляем Белокопочечный факультет с Новым годом и желаем счастья, пусть здоровья! Процветание, удачи, любви. Всего самого-самого главного. Заново, Богдан. Также желаю счастья в личных жизнях. Приходить сюда приятно. Ходите сюда. Уходить неохота, очень неохота. Со столом. Охота не находиться. Не оставят на второй год. Да. Все классно, круто вообще. Подальше бы еще бы поучиться 5 лет. Ты что, дурак? В общественных делах, в создании студенческой газеты, которая у нас, я думаю, играет заметную роль в такой студенческой жизни. Пошлите грим на лесу. Все, пошли. Почему же чего навели старость? У меня не было 10 дней, может, только Аня, что они сделали с тобой? Где? Девочки, что вы сделали с Аней? И также, как ответственный за сайт Белокопочечного факультета, призываю вас наполнять этот сайт какими-то новыми интересными материалами, новыми идеями, чтобы у нас эта жизнь оживлялась и становилась востребованной все большим и большим количеством студентов. Да ладно, только нужно. Здоровье. И пусть все будет на отлично. Здоровье и все. Давайте отлично вместе скажем. Все вместе. На здоровье и все. Давайте напишем счастье. Вот поздравления. Чего желаем? И желаем. И желаем счастья. Всего самого наилучшего. Для того, чтобы показать. А ты меня будешь? Ай, давай, дай я тебе пиво. Хорошо, хорошо. Быстро. Ира, я принесу. Чего? Я тут буду. Вы закончите университет, разъедетесь, наверное, по разным местам, но останется эта память, останется ваши следы пребывания на факультете. И не забывайте факультет и после окончания. Давай! Раз, два, три. И мы будем всегда рады
на нашем сайте размещать вот эти вот заметки, отзывы, фотографии, которые вы будете нам присылать, будете рассказывать о своей взрослой уже теперь жизни. Всего вам доброго. С наступающим Новым годом. Давай послушаем. Что делаем-то? Батарею. Все привязано к батарею. Все секреты раскрыли, короче говоря. А потом не без счета. Юба, что? Я убрала. Нет, что-то происходит. Все? Нет. Мне нравится, что это подмостка. С Новым годом! Пусть, только не прочитай. Давай, и... Поздравляем Белогопочвенный факультет с Новым годом! И желаем счастья, здоровья! И пусть все будет на отлично! Ну все, у меня больше нечего сказать. Будьте счастливы! Смонтируй! Вот так, короче.